Ну что, пацаны, всем привет. Долгожданное видео. Прошло 2 года, как я стримлю Fortnite. И за все это время мой папанистер Андрей Анатольевич совершенно не знал, чем я занимаюсь. Он знал, что я типа что-то делаю, там в интернетике играю и так далее. Но понятия не имел, что и как именно. И вот, собственно, мы тут собирали ему на день рождения на подарок. Мы собрали на ноутбук аж за 50 тысяч. Собственно, без вас бы, я думаю, точно не справился. Спасибо всем, кто заходит ко мне на стримы, поддержит меня донатами, использует топ-тег, топ-кек. Как бы, ну, без вас, я думаю, я бы не смог помочь ни матери, ни отцу. Кто не знает, маме я перечислил больше 1 000 000 рублей на погашение ее ипотеки. Это все благодаря вам. И точно так же многие другие подарки и помощь отцу тоже, грубо говоря, за счет вас. Такие вот дела. В общем, пацаны, надеюсь, ролик вам понравится. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. И топ-тег, топ-кек, сами понимаете. Ну, штатив как бы не завезли. Здравствуйте, папанистер. Вот. Человек как бы слегка за 40. Вот. Он ни разу не видел, вот я сколько уже занимаюсь на ютубе стримами и так далее. Он еще ни разу не видел, чем я занимаюсь, поэтому сейчас мы ему покажем. Покажу ему канал, покажу ему последний стрим и обязательно покажу ему, конечно же, то, что я так ненавижу, это как я горю на стримах. То, за что, к сожалению, я еще и за это известен. Если ты не знал, если набрать имя моего канала, то где-то 2-я или 3-я строчка будет «Я убил своих родителей». К сожалению, кто-то смонтировал новостной ролик таким образом, что типа мой стрим идет, и там идет, соответственно, новостная сводка про какого-то чувака, который бабушку с мамкой забил за что-то там. Вот так вот. За кулек семечек. Типа того, почти, почти за кулек семечек. В общем, смотри. А, кстати говоря, пацаны, это тот самый ноутбук, на который вы мне последние 2 недели собирали. Вы там насобирали почти 50 тысяч, так что вот как бы ноутбук за 50 тысяч на день рождения папанистеру. Это, короче, мой канал. Вот, в общем, если ты не знал. Угу. Называется Кек Де Кинг. На нем сейчас почти 150 тысяч подписчиков. Вот там можно даже посмотреть, что я делаю практически каждый день видосы. Последняя моя трансляция. Ну-ка, смотрим. Последняя трансляция длилась 4 часа, была она 2 дня назад, и выглядят мои стримы примерно вот так. То есть вот, что прищу? Сушняк, что ли? Точно сушняк. Сейчас, погоди. Так, в общем, папаня впервые в жизни смотрит мои стримы. Для тебя объясняю, чем я занимаюсь. Я захожу в игру поиграть один, вот, и ищу случайных тиммейтов, случайных людей, кто будет со мной играть. Они зачастую разговаривают на английском, и так как я человек деревенский, я умею только материться и говорить «Hello, my friend». Слышишь, он как бы разговаривает на английском. Шо-шо? Не знаю, надо слушать. Мне вот немножко стыдно, конечно, но совсем немножко. Это у нас семейное. Так это ты там, что ли, материшься? А, о. Да. Это моя рожа, да? Ты тоже не эмоционален, как и я. Так не, я просто стесняюсь это в камеру говорить. Слушай, что ты стесняться-то? Как, кого? Все свои. Они уже давно как бы спрашивали. А как свои дома сидят. Как вообще твои родители-то относятся к этому? То есть там меня же смотрят в основном школьники, и они не понимают, что взрослые люди как бы сами решают, что они делают. Ты что, не рассказывал, как я относился к этому? Ну, почему? Рассказывал, как и все другие родители. Ты, в принципе, был против, нужно было идти работать кем угодно, лишь бы зарабатывать денег. Что, в принципе, логично. Но
к сожалению, сейчас есть очень много вещей, которые можно делать и при этом чувствовать себя довольно обеспеченно. Вот, например, можно сидеть и играть вот в это. А что, давай я буду в Сталкер это играть и тоже там это что-то делать. В Сталкера? А что? Не, ну слушайте, пацаны, как бы это, пишите там в комментариях, стоит по Панистеру заводить канал. Вы только представьте себе, из славного города Верхотурья вам будет вещать... Со святой земли. Со святой земли, между прочим, тут от них... Серебряное кольцо Урала. Будет вещать вам Панистер и такой типа... Играем в Сталкера, ты, говорит, меня этот, стрелок, не лечи. Он видел, мне 15 рублей закинули и говорят, типа, добавь меня в друзья. Да. Люди дружить хотят, дружить за деньги. А я с ними только за деньги дружу. Вот тут. А что, мало дает тебе? Да в смысле, нет, в друзья-то в игре можно кинуть с любым донатом, поэтому как бы они любой донат кидают и говорят, типа, добавь меня. Вот. Добавь чего? Добавь меня. И ник свой кидает, но я их добавляю. Угу. Кто-то мало кидает, кто-то много кидает. Зависит от того, зависит от человека. Но в основном мало кидает, ну, как бы на этот расчет, с миру по нитке, директору рубаха. Папе в хапику компьютер. Да, да, да. Папе на пеку. Там. Отцу на пеку на 26 июля. Все верно. Вот, собственно, мы его и купили. Теперь Папанистер сможет спокойно сидеть в интернетике, смотреть ролики на ютубе. Я сейчас еще подпишусь с его-то канала, подпишусь на себя. Он будет знать, когда я запускаю. Теперь я буду модерировать свои фразы. Возможно. Возможно, буду, но, скорее всего, нет. Потому что мой словарный запас все-таки 5 матерных слов в собственное имя. Ну что? Как тебе? Все понятно? Ничего мне не понятно. Ну, как твое вообще, типа... Ты человек, который играл в Сталкера, в Call of Duty ты играл. Во что там еще играл? В Обливион ты играл, я точно помню. Пытался. Там же еще что-то было, там это про войну-то что-то. Ты чего стесняешься-то войти? Я-то, да я просто это смотрю, опять бухаю. Ага, ноги отморозит. А теперь я знаю, чем она заканчивается. Потому что я лично слышал только «Давай, зима, приснится». Больше ничего не слышал. Готовы к сладенькому? То, ради чего многие малолетние дегенераты смотрят меня. Готов? А давай. Ну что вы говорите? Клавиатура за 9000. Зачем палка бежит? Ну в смысле, а что еще делать? Ну ты ударь монитор, как это раньше. В смысле? В смысле раньше? Ну как ты тогда? Монитор сломал, у мелкого забрал. Кого забрал? А что, не помнишь такого, что ли? Не помню. Давай, расскажи. А что помню? У вас у обоих были компьютеры. Ты свой сломал, у него забрал. Потом тебе купили стеклянный с большой жопой, чтоб ты его больше не сломал. Забыл, что ли? На Подсадской, на 6-м этаже жили. Угу. Ага. Ну, возможно. Когда этот монитор позеленел, блядь, где-то там в туалете двери сломал. В комнате дверь отломил, блядь, или откусил, я не знаю. В самом деле? Не, мы... Прихожу, плакаты веселые висят на туалете. Думаю, ладно, что, плакат висит, открываю, второй висит. Я еще не догнал. Там, смотрю, сквозняк, что-то это шевелится как-то. Опа, там дыра. В туалете в двери. А как я тебе кабель отрезал ножницами? Тоже не вот все, что вас ждет, если вы захотите стать стримером, пацаны. Ты что, не помнишь, как с жопой компьютер этот монитор искали, что ли? Не, этот-то мы, да, этот-то мы купили. Мне кажется, мне из-за него только зрение и испортилось. Так в итоге потом-то один компьютер остался, потому что... А, у мелкого этот вроде нравился. Не, я не помню. Там тусовка какая-то была. Ты повернись сюда. А,
Камеру говоришь? Ну да, конечно. А тут ты рассказываешь компьютеру все. Дети, нужно учиться, а не сидеть за компьютером. Балду тут крутить. Ну, кто-то головой работает, кто-то руками. Ну, я говорю, кто на что учился. Кто на что учился? Я у тебя, видимо, услышал эту фразу. В общем, кто на что учился, парни? Ну, наконец-то хоть и увидел. Мне бы это, кран-манипулятор с 6-метровым кузовом, желательно Исузика какого-нибудь. Вот. А если он будет, мы потом уже на кухонный ты гарнитур заработаем. Вот, видите, как бы. Глядишь, папа уйдет с этой раной шараги и будет жить спокойно. О как. Справедливо. Справедливо. Так что, пацаны, как бы, вы знаете, куда скидывать. Так что скидываем. Там, кому что надо, будет потом доставлю. Без проблем. Вот. Папа у меня тот еще предприниматель, как бы, что только не делал. Все умеет. Все делает. Так, все, что-то уронил. Так, куда ты пошел тут? Так, ну, в принципе, этого вы долго ждали. Вот вам реакция. Мы про Исузика не забудьте. Вот, наконец-то началось хоть что-то. То, ради чего, как бы, и снимается.